Всем привет! Мой канал сам себе режиссер. Напек эклера. Таких, наверное, кто никогда, никто не пек. Вот такие большие. Мне захотелось больших, как булочек, а то угостишь одной, а там кушать нечего. Вот напекла один поднос. Сейчас буду закладывать второй противень. Делаю очень просто. Без всяких эм, кондитерских мешков. Просто ложкой вот так отсаживаю. Раз. Два. Ой, близко. дедовским методом вот так все не надо никаких кульков никаких шприцов все очень просто заварное тесто как делать я уже говорила мука масло вода сливочное масло щепотка соли завариваем на кипятке вода закипит с маслом ну все говорила я если надо да и многие там писали а вот просто процесс покажу как я отсаживаю и какие они большие получились захотела большие я тогда маленькие пекла не успеешь укусить уже нету эти побольше будут все у меня ушло на вот это количество 500 воды миллилитров 300 грамм муки Щепотка соли, 200 грамм сливочного масла. Закипятила воду с сливочным маслом, забросила сразу муку с солью, выместила на кипяточке, сняла и остудила. Остужаешь до того, как можно было пальчиком держать тесто. Остудишь и начинаешь по одному яйцу туда вбивать и размешивать. Я делаю вручную, хотя у меня есть миксер. Вручную говорят лучше. Вот сейчас я поставлю. И еще можно поговорить. Духовка нагрелась. У меня духовка сильная. Вот. И говорят, что вот я сколько читаю, что 15 минут на 200, а потом на 170 еще 30 минут. У меня уже давно антрацит был, а не эклеры. Очень сильная духовка. Я 10 минут на 200 пекла. 10 минут на 200. И потом 15 минут вообще на 100. А потом вообще отключила, и еще минут пять или семь они стояли в отключенном духовке, но духовку я приоткрыла, чтобы они подсохли. Вот такие большущие. Наполнитель я уже сделала миксером, сбила сахар с белками. Остынут они у меня. Ну и что, что они некрасивые, без отсадки. Ну и что? Ничего, хорошие. Я их разрежу и начиню. Вот такие эклеры. У меня 5 числа отцу годовщина будет. Я не хочу, чем попало угощать людей. Я люблю, чтобы людей угощать тем, что я люблю. Вот такой, такое безе. Но оно еще не безе. А, взбитый сахар. Вот оно даже не попадает. Я в холодильник поставила, а то начал таять. И начиню. И надо в морозильник положить. Иначе они, когда начинка там, когда в эклерах начинка, и я уже прошла это, и полежит даже в холодильнике, они сами делаются мягкие, раскисают от начинки. Начинка, видимо, тает и они раскисают. И я хочу их заморозить. А перед тем, как угощать, начинить. И тогда они будут вкуснее. Вот все своим методом тыка. Вот такие вот у нас булочки. Я их булочками называю. Эклер, не эклер. Ну, вот такие вот. Вот я их здесь надрежу, начиню, и все будет окейно. Пеките, девочки, девушки, женщины, дамочки, девчоночки. Смотрите, вот 200 грамм масла, 300 муки, ну посчитайте себе стоимость. Но раньше вот 22 копейки стол, сейчас не знаю сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, тринадцать. И еще там семь штук, двадцать штук, да кон каких больших. Двадцать штук, вот разделите. Ну и здесь четыре яйца и сто грамм сахара. Вот. А и яйца вбивала я сюда. У меня на 500 воды и 300 муки ушло 10 яиц. Я вбила. Ну да, ну 10 яиц вот. И яйцо сегодня я купила 58 рублей десяток. у некоторых свои куры вообще хорошо. Вот и вот эти вот маленькие, которые вот такие, я пекла тут раз. Я не хочу. Ну что там? Я угостила девчонок, они два раза куснули и все. А это вот буду угощать, чтобы помянули моего отца. Так чувствуется, что я чем-то угостила. Я ж не понесу целый пакет. Как-то неловко. Вот. Так что вот если все это сложить, себестоимость, то я думаю, это намного дешевле. Ну, конечно, труд там <пова> повара учитывать электроэнергию. <пова> Ладно, даже если так, как оно обходится, допустим, в магазинах, в кулинарии. Но это со своего, оно никуда не упало, никто его не поднял, никто чужими руками не трогал. <пова> вот так я всегда рассуждаю. Девочки, я вам советую самим стряпать, чтобы было вкусно и приятно. Пока-пока!